Одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка пресечет сразу лапу, как надо. Пиво дают даже в Макдональдсе. А еще знаешь, как в Париже четвертьфунтовый с сыром называют? Не четвертьфунтовый с сыром? У них метрическая система. Они не знают, что за хрен четверть фунта. И как же тогда? Вот так. Рояль с сыром. Рояль с сыром? Точняк. А как Биг Мак? Биг Мак это Биг Мак, только у них Ле Биг Мак. Ле Биг Мак. Идею этой песни, а может, и не песни, а может, не идею, а просто догматизм. Придумал Чебурашка, и каждая дворняжка бежит к нему навстречу, бутылку прихвати. И все поют. Доводи до вода. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ich war eher von der Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert.